испытание веры. Мы верим в Господа, когда душа полна, когда с маслины есть плод из винограда, когда не знаем нищеты, где нет гроша, когда совсем страдай за истину не надо. Но если это все отнимет Бог у нас, если горе вдруг обрушится без меры, если Бог предъявит бедствий грозный час, с какой крепостью тогда прибудет наша вера? Когда смоковница не даст совсем плода, на всех деревьях и в загонах будет пусто, когда господствует в судьбе одна беда, когда от страха затрепещутся наши чувства. Господь, позволь в единстве быть с Тобой всегда, дай быть в день бедствий с Тобою Божьей силой. Ты будь прибежище, откройся мне тогда. Яви, Господь, мне снисхождение и милости. Хочу всегда за все Отца благодарить. Он дал мне то, что уже никто отнять не сможет. Он дал мне веру, и надежен веры щит. И дар спасения в день бедствия поможет. И пусть возрадуется мой усталый дух, ведь Божий глаз в моей судьбе и бодр, и ясен, и песня небесная ласкает нежно слух. В его руке я даже в бедах безопасен. Аминь.